ВДНХ-ға болбут андой дутағы Россия бұстапқаға мастардығытыға мастер-класс иттылар. Келбитчонға тәриятчілер мастардығы сүрін бұрабылыларын техникатын онына бұ көйінің историятын білейдерділер. Бұ көйінің бағалақтар по Москва тақсан қолуна көрділер. Бір бастығынан Азамас Гаглоев мастардығы кестелінген бәйтінен білді. Вице-президент Московской области Федерации. Как раз прокомментирует, он сам здоровый и сам выступает. Победа на стороне соперника была из-за того, что он обладает техникой. Он меня мог повести в сторону, из-за этого я терял равновесие. То есть он не боролся чисто силой, как я. И в этом было его преимущество. Мастер-класс комитетчилер әлбәқ кейі сәңәрі ритін ұлылар. Үш жазы егер Джон Сергебан ғомтатын тардан бұл көрің әбі 500 күрияшіленді. Сорақ жоны мастердығы көріңін ұтымнақтық жарықтанан сеті еленерін әттілер. Мне нравится просто притягивать к себе. Поэтому я сюда и пришел. Ну, пришел, увидел, победил? Да. Во-первых, это новый тренд. И это чувствуется. Люди никогда такого не видели, даже похожего. Если презентуется какой-то вид борьбы, очередной, национальный, то это все-таки та же борьба с какими-то вариациями. А это совершенно новое. Поэтому сразу вызывает неподдельный интерес у публики.